Здорово! Ого, здорово, ребята! Эй, здорово! Эй, парень! О, а ты кто такой? Ого, ничего ты дебишь! Ого, да? Вот, по щам тебе вот так. Подожди, подожди, ты попал в офис Ютуба Майнкрафта? Добро пожаловать! Ого, добро пожаловать, офигеть, опа, ребята, оп, вы тоже, получается, в офисе Ютуба, всем привет, ребята. Да-да-да, всем здоровенько. Ого, да ты крутишься, слушай, знаешь что, давай, чтобы нам поставили лайки, мы так, знаешь, помолимся сейчас, вот так вот надо помолиться. А, давай, ой-ой-ой-ой, лайки проставляй. Лайки проставляй, давай, лайк, лайк, лайк. И еще напиши в коммент, что-то написать. А, допустим, любите вы YouTube или не любите? Сколько вы времени здесь проводите? Вообще, по-моему, это самый лучший сервис. YouTube! Е, YouTube, ребята, а ну-ка напишите в комментарии, любите ли вы YouTube. Ай-яй-яй-яй, напиши, да, лайки в комменты, проставляй. Написай. Ой-ой-ой. Ну, ну что, поставили? Ну-ка, давай посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, поставили? Вы слышите, вы там, что там? Я там посмотрю, уже проверю. Да-да-да, ну-ка, поставили, подписались. Ну все, тогда начинаем, да? О, ну все, погнали. Погнали, спрыгнем. И, парень, пойдем, я тебе покажу, здорово, короче. Да, мы же здоровались, ты че? А, ну да, точно. Ладно, пойдем, я тебе покажу, короче, офис Ютуба. Офигеть, реально офис Ютуба, а вообще, вот это прикол. Да, в общем, смотри, значит, тут, значит, лайк, а если ты поставишь дизлайк, то это... Ого, вот это прикольчики. Да. Нужно ставить только лайк. Да, только лайк. Потом дальше пошли. Здесь, короче, столовая ютуберов. Иди сюда, парень. Так, офигеть. Это столовка. Тут... Ого, смотри, тут можно арбуз взять. Офигеть. Да, можно, короче, арбуз. Можно, офигеть, тут, короче, этот... масло какое-то, Ивангаич. А, чтобы... Опа, не погасло. Да. Потом да, иди сюда. Да, масло тебе. Опа. Смотри. Далее. Красненький кружок. Стрелочка над ним. Никогда не доверяй видео таким. Классно, так это классный вообще кружок. Смотри, вот бутылка. Ты чё? Это кликбейт видео, не кликай. А, это кликбейт видео, блин. Это нубики или кто? Нубики. Пошли, ладно, пойдем дальше в наш офис. Кстати, здесь иногда... Ты чё толкаешь? Да я же поломал все, ёшки-матрёшки, ладно. Так, а где тут у нас, короче, еда? Тут еды нет, тут какие-то, короче, бананы. Смотрите, как вот там лицо. Так, здесь тоже толком ничего нет. Какая-то бутылка стоит. Тут, значит, кружка, бананы опять. Пульт какой-то, ну-ка. В общем, короче, смотрите, еды нет. А, друзья, я, короче, вам, знаете что? Я сейчас порекомендую вам очень классную и питательную еду. Давайте посмотрим ролик. Вот такие вот кукурузные палочки Рузик. Вы можете попробовать и купить. В общем, давайте рассмотрим. В каждой вот такой вот пачке еще есть игрушка. И разные виды. Вот смотрите, есть вот такая, как раз вот эта с игрушкой. Прям, видите, прям подписано. Куча витаминов, крутые. Это классический вкус, это третий набор. И сейчас я вам покажу четвертый. Это вот такой вот наборчик. В общем, еще очень важное замечание. Есть 4 пачки Рузика, именно 40-граммовых за 50 рублей. Итак, давайте откроем. Ну, я просто вам сказал, что вы можете купить. Представьте, да, за 50 рублей очень дешево. Ну, вот обычные, значит, палочки. Вот. Довольно вкусные, я вам скажу. То есть, реально одобряю. Давайте вывалим, посмотрим. Вот. Может быть, как раз игрушка попадется. И вот! Вот, смотрите, как раз нам попадается игрушка. Давайте ее, короче, возьмем, откроем. Я прям сейчас вам покажу. Игрушек там очень много. Они разные. Кукурузные палочки вкусные. Вы можете их купить либо там, не знаю, в Пятерочке, если у вас есть, либо в фикс прайсе. Тут мне попался вот такой вот котенок. Довольно забавно, да, и согласитесь, приятно, что вы можете найти какой-то подарок внутри. Это клево. Так, значит, далее, что еще я могу показать? В общем, покупайте Рузик. Евген Брос советует, вот. Можете такой, либо вот такой. В общем, Евген Бро одобряет, покупайте, все клево. В общем, вот такие вот кукурузные палочки от Рузика. Да, ссылка в описании, друзья, обязательно покупайте, Евген Бро рекомендует. В общем, все, давайте, это прям, ну реально клево, во всех магазинах страны. Ну что ж, что там, кто там дальше? Я себя накажу, я накажу. Ну-ка давай, наказывай, вот так вот. Нормально. Наказывай. О, а что вот там вот? Не открывать написано. Ну-ка пойдем. Опа. А что вот там? Так, а только на В можно. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это прикол! Что это тут такое? А что вы тут делаете? Вы тут что? Офигеть, смотри, да?
Тут огурчик Рик. Огурчик Рик, потом еще. В общем, здесь какая-то вообще тяжелая эта штука. Уходим отсюда. Слушай, уходим отсюда быстрее. Это вообще с ума сойти можно. Вообще, вот это... что вы тут делаете в офисе Ютуба? Вы что тут? Так, ладно. Так, ну все, дальше у тебя, короче, будет этот. Эй, пайм. Ой. Ох ты! Ты че, аниматроник? Аниматроник, да. И ты сюда тоже превратишься, сейчас превратишься. Ну-ка. Че, я тоже думаешь, что. Да, если тебя напугаю, ты сможешь. Если напугай, да не пугай. Ну, ладно, давай. Да сейчас я, блин. А вот смотри, какого я могу. О, такого могу. Опа, смотри, какой я. Ого, ну-ка. Ага, а смотри, как я умею вот так вот. Опа, присел, посидел, отдохнул и... О, офигеть, а я с гитарой. Ты что, на гитаре играешь? Да. Ого, вот это классно. Ребята, мы можем теперь превращаться в аниматроников и пугать друг друга. А ну, слышишь? Ну, я Дэнси, ты слышишь? Ну-ка, давай. Так. Ребята, мы сейчас зовем самых страшных аниматроников. Смотрите, что сейчас произойдет. Смотрите, вот такого возьмем. Ребята, это самый страшный аниматроник. О, это же... Это кто это? Это Мангел или кто это? Ну-ка напишите. Такой вот злой. А мы, я тебе знаешь, как сделать так вот? Вот так. Так вот. Ох ты. Ага. Ох ты, засранец, а. И парень, ты меня так больше не пугай. Вот это ты фиолетовый чувак, а я смотри какой страшный. Опа. Нифига себе. Слушай, ладно, давай не будем пугать. Да, давай. Да. Без троллинга. Пошли. В общем, смотри, тут значит два туалета, это вот видишь. Мужской, женский, так. Так. А давай я зайду, а ты, ну ты не смотри, только не подглядывай, ладно? Давай, ну-ка. Так, все, ребята, сидим, пердим вот так вот. Опа. Ого, ты что? Ничего не было. Не-не-не, тебе сидим, показалось. Все, ребят, сидим, передим. О, ты что там наблюдаешь? Не-не-не, никого нет, ты что, ну-ка, уйди отсюда. А, все, показалось так. А ну, иди ты попереди давай. Ну-ка, сейчас. Так. Ребята, вот так кнопочку. Опа, смотрите. Ах ты засранец. Ты что, наперед? Ты что, напукал там, алло? Да. А нельзя. Вот тебе какашка, на. Ах ты. Так, ну сейчас я, короче, возьму вот. На тебе туалетку, слышишь, на. На туалетку. На туалетку. Туалетку тебе отдал, блин. На, возьми, подотрись. Ну-ка. Оп. Все, под. На тебе нормально. Нафиг. О, ты что меня? О, кстати, смотри, тут усы есть. Смотри, вот так вот. Встаем, и у типа усы есть. Да? Вон зеркало. Ого, где? Вот. А, реально, смотри, ребята, у меня усы есть. Вот это прикольно, ребят, смотрите, как классно. Так, ну что, погнали дальше? А тут какашка, смотри. Слышишь, погнали? Погнали. Кстати, смотри, подожди, ты самое интересное не пострел. А, смотри, чё? Человек, который... Смотри, что у него застряло тут. А, ребят, смотрите, у него, видите, где застряло? Лампочка. Не надо писать такое. Не пишите, я пошутил, это плохо. Так, ну-ка, что тут у девчонок? Ну-ка, давай посмотрим. Так, девчонок тут, ну, так же, может, тоже посмотреть. А, тут нет, смотри, усов нет, без тайм. Так, здесь какая-то надпись, смотри, надпись там, что-то. Где? А он стоит тут, кран. Да. Зачем он здесь? Не знаю. Офигеть. Ха-ха, вот это прикольно. Так, ну-ка. Ой, ты что сломал там? Я что-то забрал. Ты зачем сломал? Парень. Ребята, у него базука. Парень. Эй, ух ты что творишь там? Не взрывай ничего. Ты что, вообще что ли? Ну-ка, с ума сошел. Так, ладно. А здесь лифт какой-то, ну-ка давай проверим. А, у нас карточки нет. А, все. О, пошли, заходим туда. Давай, дай мне пройти. Ой, я не могу зайти туда. А все, нельзя. Слышишь, дай пройти. Давай, проходи. О, все, классно, давай. Ну что тут? О. Здесь, короче, испытания надо проводить. Да, над кем? Над тобой, все, я, короче, буду испытания проходить. В общем, давай. О, где? Куда? А я, короче, за тобой теперь слежу. Где? А ты все, давай. Короче, проходишь турин. Короче, надо что-то сделать, чтобы дверь открылась. Видишь, там крестик, постыл. Крестик. Ага, вижу, да. А что надо сделать? Не знаю, короче, скажи, какие наши подписчики. Наши подписчики очень классные ребята, всегда ставят лайки и пишут комментарии. Вот теперь посты на крестик. Наши подписчики самые лучшие. На крестик посмотри. Теперь крестика нету, галочки. Да, смотри, открылось, давай дальше проходим. Классно, давай второй уровень пройдем, так. Так, все, я смотрю за тобой во втором уровне, так. Да, вижу, так. И что здесь у нас? Так, ну здесь, короче, смотрите, надо найти, короче, нычку, и тогда дверь откроется, ну-ка давай. Так, ребята, давайте найдем нычку. Я думаю, что нычка самая классная, ребята, она вот... Вот здесь, во, вот так, ребята, может прятаться, смотрите, сейчас, на сейчас мы его затроллим, нате. Ой, ты чё там поломал, что ли? О, смотри, тут арбузы есть. Офигеть, вот это да. Да, классно. И это был правильный ответ. Ты можешь проходить. Все, давай, проходи дальше. Ну ладно, все, так. Ты нашел арбуз, все нормально. Да, все, классно. Так, а что теперь? Теперь третий уровень, пошли сюда. Пошли, давай. Ого, смотри, что это такое? Это малиновое варенье. Да, здесь, короче, разлилось малиновое варенье.
В общем, парень. Офигеть, что происходит? Парень. О, нет! Ой, походу ты маньяк-убийца. Ну да, это, короче, финальная комната. Ой, ладно, это шучу. Финальное испытание. А я убегу просто. Я тебя так вот. А ну подскользись вот этой штукой. О, все, подскользнулся. Уф, тебе по щам. Смотри, черепок какой-то. Офигеть, видишь? Смотри. Ого, ну-ка, иди-ка сюда. Страшно. Ай, да все, да не. Ты че твоя? Ладно, все, я тебя напугал маленько, теперь открываю. Напугал, конечно. Так, а если знаешь, как сейчас напугаю? О, я тебя сейчас жестко могу. Знаешь, как я тебя могу сейчас напугать? Вот так я, вот так понадобится. Нифига себе, это аниматроник. Смотри, так, ну-ка все, тикаем. Напугаю, так. Все, смотри, вышли дальше. А, да, так мне обратно встать этим хорошим. Так, ну-ну. Ну-ну. Ну все, пойдем. Сюда, короче, смотри, здесь, короче, снимаются. Ну, тут разные эти для видосиков. Штучки. Ага, тут видосики, ребят, смотрите. О, можно стекло поломать. На. И не ломать. Че, и портишь ютубовское оборудование. Тебе может пощи надавать. Так, ну и че? Пошли сюда. Здесь, короче, смотри, это как. А, мы вернулись, кстати, ребят, смотрите. Да, это мы вернулись. Теперь смотри, пойдем сейчас дальше. Куда? Так. Куда дальше? Ну пошли за мной. Да, туда. Тут, короче, нычка есть. Смотри, вот сюда. О, подожди, ну-ка. О, нычка? Ого, давай-ка. Че там? Вот здесь. Оп. Опа. Че, какая нычка? Не, подожди, сейчас. Так, смотри. Ты че там? Ты че что-то сломал? Ого, ты как тоже залез, парень. Я тоже хочу. Давай на коробке, давай. Парень, руку подай мне, Давай, залезай. Все, залезли. Ты что сделал-то? Да я не знаю, а ты что сделал? Все, нормально. Залез. Погнали, вот так. Погнали. Так, сейчас подожди, надо посмотреть, тут паутина везде, все грязно. Так, ну-ка. Ну-ка, пошли сейчас в эту сторону. Так, сейчас посмотрим, ребята, что здесь. О, здесь, короче, секретная комната. Офиса Ютуба. Офигеть, ребят, секретную комнату нашли. Смотрите, футболочки Ютуб. Да, футболочки Ютуба, потом, значит, тут еще тоже, смотри, всякие диванчики Ютуба, смотри какие. Вау, ребята, а можно посидеть тут, как думаете? Ну-ка, давайте так сядем, вот так посидим. Классно, а ну-ка, очень, ну-ка, да? Посидим, да. О, смотри, тут раздевалка прям самих Ютуберов. Офигеть, вот это да. Так, ребята, мы сейчас напугаем, сейчас будет троллинг небольшой, смотрите. Так. Опа! О, нифига, это что, кто такой-то? А ну-ка. Напугаю, смотри как, оп, посидим, отдохнем. О, снова напугаем! Ой, он страшный тоже стал, все. А ну-ка, парень, иди сюда. А ну-ка, тикаем. Тикаем, ребята, тикаем. А ну-ка, стоямба. Ой, стоямба, тикаем, ребятки, тикаем. Стоямба там, это, остановка. Ой, куда мы забежали, смотри, мы забежали. Вау, давай посмотрим. Что это такое? Офигеть, что это такое, реально, это алгоритм популярного видео, смотри, надо, чтобы человек смеялся. Ой, смотри, тут снеговик. Ой, ты где? Смотри, тут снеговик. Да, нифига. Смотри, он смотрит видео со снеговиками, смотри. Нифига, смотри, в натуре. Классно. Ой, смотри, там снеговик. Да. Дерется там снеговик. Да. Вот это видео. А ну-ка сейчас вот так вот. Опа! Ой, я сломал. О, смотри, здесь еще офис, смотри. Тут кто-то стримит. Ух ты, тут стримеры, ребята. Ух ты, классно. Так, да. Ну-ка давай позырим. Это прям реально. О, тут. О, чипсы. О, Фритос. Вот, я тоже хочу, дай-ка. На, Фритос. Давай-ка сюда мне их. О, классно. Так. О, смотри, тут еще какая-то кнопка есть. Опа, пятая. 5 из 5. Это пасхалочки. А, это пасхалочки, так, классно. О, смотри, А ну-ка тебе мусорку на голову наденем. А ну-ка я сейчас коробку вот эту одену. Ну-ка. Я тебе мусорку надену. Опа. Ну, смотри, это те, кто не смотрит видосики, смотри, где они. Ребята, вы что, видосики не смотрели? Вы что, дизлайк поставили? Ого, вот это вы, капец, кто дизлайк ставит. Да, кто дизлайки ставит, вообще, нехорошие. Вообще, ну-ка. О, смотри, там какая-то комната, ну-ка. Давай, заходи. Офигеть, это проектор, смотри, и тут, короче, куча видосиков. А, ребят, смотрите, тут, походу, тренды YouTube. Ребята, чтобы мы попали в тренды, ребят, надо, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк и написали комментарий. Мы хотим, чтобы вы были в трендах, вот так вот надо. смотри, иди сюда. Куда? Ты куда? Эй, Пайм, вон, иди сюда. О, что тут такое? О, смотри, конь, офигеть. Да. Не знаю, как его звать. Так, и тут можно снимать влог, смотри. Да, типа, всем привет. Директор, смотри, директор Ютуба, алло. Ну-ка. Ты тут со мной не шути такие шутки, понял? Я сейчас тебя... Слышь, парень, я директор Ютуба, понял? Так, ну-ка, забанят твой канал, понял? Опа, ну-ка, потиши так, ну-ка. Так, все, да, потиши. А то сейчас тебе забанят. Ой, тихо, меня банят, не надо. Так, тут ножики всякие какие-то. Так, смотри, на замке что-то. А да, что, секретная комната? Не знаю, сейчас посмотрю. А, нет, баночка.
А, баночка, ух ты, классно. Ой, я, кажется, что-то вижу. А, не, ничего не вижу, ладно. Обманул. Все, пошли, тоже. Пошли, пошли дальше, ну-ка. Нифига, так, смотри, да, секретный офис Ютуба. Офигеть, ну-ка. Ребята, мы реально, мы тут, мы видим вот как в Ютубе реально все по-настоящему. 24 вот часа челлендж, то есть мы, друзья, вам показываем, как реально в Ютубчике дела обстоят. Офигеть, вы такого, ребята, нигде не увидите, реально, вот такой камеры вы не делали. Я думал, тут муха сидит, офигеть. А ты где, слышишь, ты? А я убежал, ты что, где ты там? Корм, чувак, ты где? О, пошли, 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 пошли быстрее. Нам надо дальше, короче, вентиляцию, сейчас дальше полезем, ну-ка. Да, давай, полезли дальше, ребята, все. Дальше секретные комнаты пойдем исследовать, ребята. Да, тайные вот туда комнаты. На самый верх, короче, ну-ка. Че, прям на самый... А там тоже можно, да? Да-да-да, ты где офигеть. Там? Офигеть, да, я тут, смотри, посмотри. Здесь, короче, развилочка, ну-ка, если вот по этой давай, давайте пойти. Направо, я налево пойду. Вот о, здесь куда-то... А у меня тоже развилочки тут, слышишь? А здесь, короче, тупик, все, тупик, надо по твоей идти. Пошли со мной, значит, тут можно пройти, смотри, нам сюда. Оп. А не, опа. Подожди, смотри, смотри, здесь тоже. Ну-ка, подожди, я сейчас посмотрю. Куда ты, куда? А там, тут, там, короче... Не-не-не. Ты чего там, нашел что-то? Эй, парень, ну ладно. Парень. О, да-да-да, парень, что там? Пошли сюда. Давай, что там? Смотри, здесь что-то какая-то нычка вон. Так подожди. Ой, мы в лифт попали. О, офигеть, вот это прикольно, ребят, мы реально в лифте. Ой, классно, как отсюда... О, смотри, открылся. О, мы обратно, короче, смотри, попали. Да, мы реально обратно попали, офигеть. Давай, ну-ка сейчас залезем обратно, ну-ка, оба. Да давай, чего, там уже все смотрели, нет? Не-не, там еще осталось, последнее. Последнее, да? Так, а ну-ка. Ой, тут какой-то чувак в лифте сидит, смотри. Ну да. Вы не видели, офигеть. Не, я видел. Да, офигеть, вот это тут классно там сидит. А ты куда? А как наверх-то попасть в вентиляцию? Не знаю, а куда ты хочешь наверх? Там еще нычка была. Ты уверен в этом? Да. Блин, слушай, а давай вот так вот... О, тут балкончик есть какой-то классный, кстати. Смотри, тут есть балкон, не гони, смотри. Так, во, я сейчас, кажется, в вентиляцию попаду, ну-ка. Во, парень, ты где там? Парень, а ну-ка, я тебя не вижу. А я, короче, это, там уже на втором этаже. Ты, ах, короче, ты? Это, в вентиляцию попадай, все, я, короче, в вентиляции. Тебя жду. И, слушай, это сложно, реально, я тут заблудился, походу, чуть. Ну ладно, о, а ну-ка, о, я как-то попал, слушай, я попал в серверную комнату, тут сервера. Да? Да, слушай, тут компьютеры всякие огромные стоят. Капец, так... мы с Бразой потерялись, ребята, что делать-то? Ребята, потерялись? О, не, я в главной комнате основной. И, ребята, тут просто реально огромный офис, тут можно потеряться. Вот, реально, в этом огромном офисе, так. Так. Ух ты, слушай, тут комната какая-то, офигеть, ты должен это видеть, чел. Давай, а как тебя найти-то? Смотри, заходи в главную комнату, вот главная комната Ютуба, заходи туда. Главная комната? Вот где мы начинали, да-да-да, давай. Ну-ка. Ты где? Давай, подходи. Чувак, тут реально, тут там какой-то жесть, там страшная очень комната, давай, пошли. Ну-ка, ща, ищи. Ого, я тоже нашел какую-то. Какую-то нашел, да? Зеленая, да? Ну, там какой-то мусор какой-то лежит, там что-то такое непонятное. Да, там перевернутый унитаз, еще всякое. Во, я вижу тебя. Да, офигеть. Вот, да. Я же рядом. Вот, да-да-да, вот, там сюда, смотри, какой тут. Смотри. Да, здесь что-то... Посмотри на эту картинку, чувак, смотри. Ого, нифига себе. Страшно. Офигеть. Офигенно, реально, ребята. Ну-ка, вот друзья, напишите, а страшно или нет? Ребята, это реально очень, по-моему, страшно. Тут контент какой-то плохой сидит. Да, здесь, короче, плохой контент в натуре. Вау. Ну-ка, если отрубить вот эти выключатели, что будет? Ну-ка. Да не знаю, а давай вот это все поломаем тут. Не, подожди, ну-ка сейчас отрубим. А, они не отрубаются, нифига. Офигеть. Слушай, пошли отсюда лучше, мне кажется, мы можем тут отравиться чем-то плохим. Ну-ка, подожди, да. А что здесь? О, смотри, а тут сервер. Сервера, смотри. О, смотри, отключила. Ой, зачем отключил, блин, подключи обратно. Ой, все потухло. Свет отрубил, блин, ну вот. Ничего не видно теперь. Сейчас подключим, не ной, сейчас. Подключи обратно, ну блин, ничего же не видно теперь. Сейчас. Оба! Ой, все, блин, спасибо. Ничего же не видно было, взял, отключил, ну. А я же не знал. Ну вот, ладно, все, Браз. Ну я что думаю, Браз, надо, короче, закругляться, мы все посмотрели. Смотри, да, мы давайте все посмотрим. Мартышка, которая когда ломается, YouTube. Пойдем обратно в главную комнату или куда? Да, пойдем. Да, так, ребята, сейчас мы вот так вот камеру сделаем, вот так вот. Вот так ставь тоже, и давай попрощаемся с ребятами. В общем, дорогие друзья, если вам понравилось, то ставьте лайк. Да, ребята, ставьте лайк и напишите в комментарии, как вам эта экскурсия, классная или очень классная. Ну-ка напишите. Да, в общем, мы вам показали реально офис Ютуба. И за это лайкусик и подписка на канал. Подписка. Конечно, и кликайте по видосикам, которые появились у вас на экране. Все, да, всем пока. У-ху.